Всем привет! Сегодня хочу показать вам, как я готовлю салат из морской капусты. У меня морская капуста, небольшой кусочек мяса, луковица и вам понадобятся специи. Сначала мы нарезаем соломкой луковицу и мясо. Если вам неудобно, например, резать, вы можете немножко его подморозить, мясо, и тогда будет легче нарезать красивой соломкой. Обжариваем мясо на небольшом количестве масла до полной готовности. Капуста у меня длинная, поэтому я ее разрезаю. Мясо почти готово. Жидкость в большей части выпарилась. Теперь кладем лук нарезанный. И будем жарить теперь с луком. Мясо с луком поджарилось, теперь очередь специй. У меня это чайная ложка кориандра молотого, чайная ложка паприки сладкой и чайная ложка горького красного перца. Но это по желанию. Если вы не любите острое, значит не кладете. Если любите острое, то добавляете наоборот еще чуть больше. Теперь наливаем 2 столовые ложки соевого соуса и кладем ложку чайную чеснока, либо нарезанного, либо давленного, разницы нету. Почему я добавляю все в горячее мясо? Потому что аромат будет более насыщенный и распределится по морской капусте равномерно. Все теперь хорошо перемешиваем и пробуйте соль по своему вкусу, либо досаливаете его, либо не солите. Обжариваем капусту еще минут 5-10, и все, ваш витаминный, полезный, вкусный салат готов. Всем приятного аппетита! Если вам понравился этот рецепт, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока!